Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Югостинском государственном университете после основных занятий проводятся различные мероприятия, способствующие сближению студентов, в частности, тренинги, встречи и многое другое. По просьбе декана инженерно-экономического факультета Югостинского государственного университета Марии Кабисовой преподаватели кафедры педагогики и психологии провели совместный тренинг студентам специальностей «Экономика и управление предприятием», «Промышленное и гражданское строительство», «Прикладная математика и информатика» после основных лекционных занятий. Студентам была предложена тема «Жить в мире с собой и с другими», в рамках которой обсуждалась необходимость толерантного, терпимого отношения друг к другу в современном мире. Как вы думаете, представляется ли вам тема толерантности в нашем современном обществе актуальной? Я как-то не так думаю, то есть мне это нравится, и опять же меня кто-то не понимает, и кто-то хочет меня переубедить, или хочет мне что-то это свое. Это вот интолерантный человек, и поэтому надо всегда, наверное, ставить себя на то, как бы ты хотел, чтобы тебя относились. Студенты проявили неподдельный интерес к тренингу и с удовольствием делились своими мыслями со съемочной группой Юо Гутова. Сегодня мы проводили первокурсникам тренинг и напомнили им, как важно быть толерантным человеком. Этот тренинг проходит как наша практическая деятельность вместе с нашим преподавателем, с нашим руководителем Алисой Бутазовной. В целом тренинг прошел хорошо, успешно. О значении таких совместных мероприятий рассказала преподаватель кафедры педагогики и психологии Алиса Гаглоева. Мы обозначили это развитие чувства собственного достоинства, умение уважать достоинство других. Также развить социальное воображение, социальную восприимчивость, доверие. Хуссари растуна патсахаду университета вавенат кане алхазун гуртта. Студента сакуда та камне вандуи. Сакурдиоттин дар камрой хала. Хуссари растуна патсахаду университета клуб кустай фалгатте вах дар цедрадун амбер. Хитаккат кустай садафензай фараста мазарай гурам бунцетан. Ирон литературай кафедра хистар ахарган акудета ирин эразаменде. Ирон филологи ама журналистикай факультетта студента дзертой ирон адаме гениун фертецарт ама сфалдестадыл. Коста амткайсиске, мохан, ирон адамену, не сайрак, не номганаг, не кадганаг. Ярана хасабанасан кутта ирон литературай кафедрай дацент и рестуна фешчета цадиса амсардар Кази Темелитун. Коста мохан, армаст айд неведи. Армаст невганаг неведи. Армаст на литература бендур авараг неведис, ка на литературу розажу бендур авараг неведис. Але коста амткасиская махан ирон адамену чизоре на сайрак на номганаг, на кадганаг. Коста нацца барзанд васиста. Мене дуния кут фенен кутта, не? Офта нарма загут искаца адаме фешшете. Кана нахи фешшете дар загут искаме. Искаме он бацис офта на барзанд систайт. Никайбу, мазы кетсар фэшшута набрэ, мохматын эстар фэшшута. Коста цэд дуджа царди, вэ цэд дуджа армаст моханна, фала Кавказа дар, стэ нэкэн варасэ дар охан паэд нэвэд. Коста ай барзандан чи лавуди нэвэд, охан евудго сайм куду дистэ охан барзандан зив дар нэвэд. Студент та с фараз даруне, каст сте байде амзавгата. Отца галун адам, отца галун бастах снифай нуазин сматук. Мала тайна тарсы, фалам мафаста, мавалдман чихастан сук. Фадай фортмана уд назарда,
Дарухсан кордустан барга, фалатосога сог назарда, да фаста чипозот кауга. Марай гуран баста, да айнек гадзахай, да фидар фалтардривай косыг арзин. Махалар, маварзун, дал захай вал захай, кам дарит дарда тагнак арма фазин. Аз дазарм макакусын, ват калзак дарай факусын, о махурахай, азар мачызгай. Махбар налыстына сарта, азар, цалым мадазарда, не сауфыр мастай, адамы матай. Уважаемые телезрители, город Схинвал таит в себе столько прекрасного и заманчивого, что не устаешь наслаждаться ее неповторимостью и значимостью. В нашем проекте «Мой Схинвал» мы постараемся охватить и рассказать вам обо всем, чем так богата и неповторима столица нашей родины, Республики Южная Осетия. Мы продолжаем цикл передач о барельефах, украшающих стены организации и исторические места города. На этот раз мы у Вечного Огня. Аллея героев, конечно, самое такое святое для всех поколений советских людей, постсоветских людей, а Южных Осетин тем более. Это самое святое место. Тут барельеф на обелиске, обелиск памяти, да, говорит сам за себя. Это ребристое такое сооружение, на котором годы войны, Великой Отечественной войны, 41-45 год написано. На фасадной стороне мы видим трех солдат. Это хорошая очень чеканка на металле, чеканка. И на той стороне женщина изображена, скорбящая ведьма тоже там. Слова «никто не забыт, ничто не забыто», они родные и для всех народов советской страны, общей тогда нашей родине. Конечно, звезда героя, все, что необходимо, тут есть. И вечный огонь, который, я помню, был открыт в 75-м году, к 30-летию победы, я так помню. Это был очень большой такой знаковое событие в нашем городе. Я помню, большие, сейчас тоже всегда отмечаются. И День Победы, и на другие какие-то большие праздники мы приходим сюда, на даты знаковые. Мы равнялись на те святые даты, на те святые события, которые были в нашей истории, и всегда, никогда их не забывали, всегда сверяли, как говорил Маяковский, я себя под Лениным чищу. Вот мы так чистили себя под этими большими событиями. Автором этого барельефа, как и о тех, о которых мы вам рассказывали в наших предыдущих передачах, был ныне покойный Хазбизасеев и его соратники. Как рассказал съемочной группе Югутова сын Хазбизасеева, изначально хотели реализовать совсем другой вариант. Изначально вот там совсем другой проект, хотя вот сейчас основа как бы осталась позади. Я бенду фала биля казнык дар диси арайдана. Нефтанан бозодис, кодедисви. Начижуне сомбуне сфандо нефастана снуканам яройдан, кодоросто дисовта. Набиля казнык дару. Мефед местесте, мефед оростесте, на сте яхадак дар комплекс оросткоши дису, аде ембатим оростой дару. В работе своим учителям активно помогали их студенты. Николай Икоев с ностальгией вспоминает те времена. Я читал, наверное, уже, по-моему, вивий дипломный хостеди. Мы хамля химорос пошеди. Ночью мы вивий витали хорвата, видя семя в дертяв. И в раз так же бесте колокам я химорос пил. Цехта, мастер. Хоста котта мохта, лента в рыста мейна. Так остался в объектом. Мира костлен была, амак ахай, хусай, рахат, пахалага. Истин хороста, дин конкурса, дин вганжеса, мы из кистар бахоспе, у меня лепка дар, сорок, можешь дар, мы пол хоспе, мы каман хоспе, роди, я его си, роха же дар, мы белти, мы систем, мы сорок, че?
Владимир Габаев или дядя Вова, как его ласково называют в народе, стал родным и близким человеком для каждого жителя Южной Осетии. По удивительному по своей информационной насыщенности и информативности проекту на гости телерадиокомпании ИР «Путешествие по родному краю». Купи-то! Зардана сейчас идти. Хаша, мама, хаша! Кто он, Владимир Габаев? Как так получилось, что он появился в эфире только относительно недавно и сразу покорил зрителя? Об этом и многом другом съемочная группа Югу ТВ решила поговорить с ним самим. Здравствуйте, дядя Вова. Я студентка факультета журналистики Югу. Очень приятно. Как только закончились занятия, сразу к вам. Хочу сделать с вами о вас сюжет на Югу ТВ. Спасибо, что согласились со мной пообщаться. Попробуем. Ну, может, я расслужу значок. А Югу. Мне, как студентке Югу, интересно, как проходили ваши студенческие годы на тогдашнем еще Югостинском государственном педагогическом институте? Очень весело. Ну, молодость, она всегда интересна. Всегда весело. Вспоминаются, конечно, много разных моментов. Особенно я любил полевую практику. Это значит, когда заканчивается учебный год, где мы получали теоретические знания, мы летом уходили в поле, уходили куда-то в горы, на речки и так далее. И нам там показывали вживую растения, животных. Это было интересно, мне и сейчас это все интересно. Может быть, одна из причин, почему я выбрал вот такую профессию. И тоже стараюсь теперь вам показать то, что мне тогда показывали, чему меня учили. А могли ли вы тогда еще представить, что вы будете работать на телевидении? Нет, 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 вообще даже нет. Я педагог, в общем-то, я и начинал свою работу педагогом. И уже через много-много лет начинал я работать в 63-м году учителем в третьей школе. А сюда я попал в 2010 году. А вам нравится работать на телевидении? Пока да. Пока нравится. Но с каждым годом мне становится это делать тяжелее. Если бы это я начал эту работу давно, то передачи были бы гораздо интереснее, более насыщенные. Ну, сами понимаете, молодость, она есть молодость. Можно было более, да, можно было более такие передачи сделать высокогорные, если можно так выразиться. Вот как ходит Аполлон, допустим, и так далее. Ну, так мы ходили, когда я сам уже работал в пединституте и проводил полевую практику уже сам со студентами. А с чего начинается ваш рабочий день? Мой рабочий день начинается с того, что утром надо проснуться, привести себя в порядок и идти на работу. Может ли съемочная группа Югу ТВ отправиться с вами в поход, ну, пока погода позволяет? Пожалуйста, поедем. Я думаю, должно вам понравиться почему-то так. Владимир Габаев, как говорят, ходячая энциклопедия по флоре и фауне родного края. Невероятная трудоспособность и познание позволяют этому, не побоюсь этого слова, человеку, достоянию нашей республики, выдавать уникальные в своем роде передачи. В 2010 году впервые на ГТРК ИР появилась передача «Флора и фауна родного края», которая со временем была переименована на «Путешествие по родному краю». Животный и растительный мир Южной Осетии предстает во всей красе и величии. Владимир Габаев, автор и ведущий проекта, полюбился с первой передачи. И это неудивительно, ведь каждому человеку интересно знать об особенностях природы, растительного и животного мира родного края. Я по профессии учитель. Работал во многих цхинвальдских школах. После окончания института сразу стал работать в третьей школе. Потом меня попросили прийти в институт. Тогда он был педагогический институт. У меня была подчасовая нагрузка. Я со студентами проводил практические занятия. А летом было вообще раздолье.
Летом не было тогда автобуса, не было других машин. Летом мы садились на грузовике, на грузовик, который был оборудован такими скамеечками, и ездили по всей Южной Осетии. Вот если вы встретите кого-то из моих студентов, до сих пор все вспоминают наши походы, наши поездки. Здорово. Мы ходили не только вот в Дубовую рощу и в Читоугат, а ездили с ночевкой, бывали в горах высоко, бывали у Снежников и так далее. Многому научились тогда наши студенты. И до сих пор я говорю, вот они вот прошли настоящую практику. Они уже на практике знают, какое это растение, какое это животное и так далее. Через некоторое время опять сменил работу, работал в заповеднике. А затем я вообще уехал из Южной Осетии. Работал, а куда вы уехали? Работал в Сибири. Ну, меня все время тянуло на родину. Постоянно. Ну и дети тоже, у меня две дочки, они тоже все время хотели, когда уедем, когда уедем. Ну вот уехали, приехали, вернулись. Наконец сюда. Ну, испытываем, конечно, какие-то трудности, но ничего, я думаю, все наладится. А на телевидение я попал вообще случайно, абсолютно неожиданно для себя и, наверное, для телезрителей тоже. С группой молодых людей, они подруги и дочки, мы поехали на РЦО. Я там сидел на берегу один, они куда-то ушли, молодые, в лес. Подошли три человека и принесли охапку каких-то растений, кустов, каких-то трав. И попросили, говорят, вот мы не можем, вокруг озера ходили. Кстати, озеро Ярцо очень богато разными, всякими разными растениями, травами и так далее. И они меня, значит, спросили, как, что из них называется. Ну, я им просто рассказал, ничего такого сложного там не было. И прошло после этого, наверное, 3 или 4 года. И вот в один прекрасный день мне говорят, что меня просят зайти на телевидение к директору. И спросил меня, вот тогда вы нам так рассказали кое-что о растениях и вообще мы с вами беседовали. Вы могли бы то же самое рассказать, но только с экрана телевизора. Я ему сказал, что ну почему могу, почему же не могу. Ну и, короче говоря, потом почему-то дело вдруг пошло. Вдруг люди стали интересоваться. Да. Кто входит в состав вашей съемочной группы? Съемочная группа – это 3 человека. Это водитель, оператор и я. Ваш проект в свое время стал лауреатом на фестивале в Ханты-Мансийске. Расскажите поподробнее об этом. О, Ханты-Мансийск – это отдельное слово. Ханты-Мансийск – это песня. Это там такие фильмы я смотрел, я, наверное, на всю оставшуюся жизнь такого уже не увижу. Я был как в сказке. Ну, там же снимают люди с мировым именем. Я помню, показывали фильм «Океан». Ну, не знаю, как эти съемки были сделаны, и когда набежала эта океанская волна, ползала, пригнулась. Думали, сейчас все, пропали мы. Вот. То есть завораживает. Да, было интересно, потому что мы... Два раза мы там были. Первый раз мы поехали, но не успели отправить свои фильмы. Нас просто похвалили, но на показ не попало. А второй раз мы уже примерно знали, что от нас требуется. Мы сделали фильм с Азаматом Кудзеевым. Обычно он со мной чаще всего бывает. И вот мы, значит, ходим, мы еще не знаем. Фильм закрытый показ, жюри показывает. Мы же не знаем, что они там видят и что слышат, о чем совещаются. Вот, а потом... После подведения итогов вдруг на второй день у людей меняется поведение. По поведению можно кое-что вычислить. Да, и вдруг все стали как-то вежливо здороваться, трясти мне руку и так далее. Я говорю, Азамат, что это случилось? Вчера они не так здоровались. И потом, значит, подведение итогов. И в этом огромном зале, где полмира собралось, кого там только не было, даже с Австралии были люди. И вдруг... Ирина Россиус, она диктор канала «Россия-24», объявляет победителей конкурса. Ну и в номинации «Экологические путешествия» объявляет на всю страну. Победителями стали Гатырга и Ир. В вашей семье есть ваши последователи? Последователей нету, но дети это как-то ближе к биологии, чем, допустим, к другим дисциплинам. Дочка мединститут закончила в Красноярске, а младшая, она закончила ветеринарную академию. Ну,
Лягушка кричит древесная, слышите? Зеленая, красивая, она на листике обычно сидит и кричит. Это мальчик, девочки не поют. Владимир Габаев гордится тем, что он сталинирец. Так в прошлом назывался Цхинвал, столица Южной Осетии. Город был маленький, всего было тогда две школы было, значит, вторая мужская, третья женская. Еще была так называемая базовая школа, теперь она называется школа номер 6. Вот единственная школа тогда была, где мальчики и девочки учились вместе. А мы учились раздельно. Мужская школа, женская школа. И было еще две грузинские школы. Ну, в лицо мы знали друг друга все, конечно. И до сих пор вот по городу идешь, и ну, постарели мы, конечно, все, но друг друга мы узнаем. Вот кто действительно сталинирец, тот, кто тут родился и вырос, мы друг друга хорошо знаем и помним. Уже темнеет, пора возвращаться в город. Общение с Сергеем Бобой надолго запомнится нашей съемочной группе.